Всем привет, меня зовут Аня, и вы на канале за тобой. И сегодня мы снова будем ловить покемонов. Сегодня мы откроем 10 бумажных покеболов и продолжим собирать покемонов вот в такой альбом коллекционера. Если вы не подписаны на мой канал, то подписывайтесь, но мы начинаем. И что же там будет за покемон? Это покемон Делиберт. Делиберт относится к ледяному летающему типу. Вот здесь. Этот покемон прячет еду в своем хвосте. Посмотрите, он держит его как мешок. Следующий пакетик. А если вы не видели, как мы собирали других покемонов, то ссылку на это видео я оставлю в описании. Снабл номер 10. Этот покемон относится к волшебному типу. Снабл пугает живых существ своими клыками и страшным выражением лица. Следующий пакетик. Ой, не пакетик, а покебол. И это Тортвик под номером 13 в нашем альбомчике. Этот покемон травяного типа. Он похож на черепашку, а панцирь на его спине сделан из почвы. Следующий покебол. Это покемон Джутеон под номером 17 в нашем альбоме. Этот покемон похож на лису, он электрического типа. Посмотрите, его мех сделан из заряженных иголок, и он может пускать молнии. Следующий покемон. Пусть будет вот этот. Это Айпом, номер 11. Вот здесь. Этот покемон похож на обезьяну. И посмотрите, его кончик хвоста напоминает ладонь с тремя пальцами. Ну и давайте откроем следующий покебол. А мы, кажется, открыли уже ровно половину из сегодняшних 10 пакетиков. Ой, а здесь рыбка. Это покемон Magikarp под номером 3 в нашем альбомчике. Он, понятное дело, относится к водному типу. Это очень безобидный покемон. У нас осталось еще 4 покебола. Откроем вот этот. И это повторка. Снова Делиберт. Отложим его и откроем следующий покебол. И вот покемон Чаризард под номером 5. Это огненный летающий тип покемона. Вот. Приклеим на мирок. Его огненное дыхание может расплавить что угодно. Но он сражается только с сильными равными противниками. Сегодня у нас осталось еще 2 покебола, и если вы хотите, чтобы мы продолжили открывать покеболы в следующих видео, то пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. Следующий покебол откроем вот этот. Ой, и это же Псайдак. Номер 4. И посмотрите, внешне он похож на утконоса. Вот он должен быть здесь. Псайдак относится к водному типу. Он может на расстоянии поднимать, перемещать предметы, влиять на сознание противника, сбивая с толку. Ну и давайте узнаем, кто у нас сидит в последнем покеболе. И тут у нас Чармандер под номером 12. Он относится к огненному типу. Вот. Огонь на кончике хвоста показывает его настроение. И если пламя большое, то это значит, что Чармандер разозлился. Ну и сегодня у нас появилось 9 новых покемонов и одна повторочка Делиберт. Ну
Напишите в комментариях, какой покемон вам понравился больше всего. И спасибо всем за лайки, подписку и колокольчик. С вами была Анюта. Всем пока!